Алла Пугачева ушла в тень еще до Нового года. Артистка не поздравляла подписчиков с праздниками и не показывала, как провела эти дни. Более того, даже точно неизвестно, где сейчас находится звезда эстрады, переезжавшая из Израиля на Кипр и обратно. Ходили слухи, что в этом году артистка предпримет еще одно путешествие в Англию, поскольку лондонский климат ей больше нравится и подходит. Однако пока не ясно, осуществила ли Алла Борисовна задуманное. Зато выяснилось, что ее супруга Максима Галкина дела идут не так хорошо, как ему бы хотелось. Юморист планировал провести конец января в Таиланде с гастролями, но теперь на курорте ему удастся разве что отдохнуть. Оказалось, что два концерта артистов Паттая на Пхукете отменили и продажу билетов на них закрыли, лишив Галкина заработка в несколько миллионов. Говорят, что такое решение власти приняли под давлением местных жителей, недовольных тем, что муж Примадонны делает политические заявления на выступлениях. Стоит отметить, что юморист поплатился за свой длинный язык уже не первый раз. Ранее его наказали в Дубае за один из концертов, на котором он сказал лишнее со сцены. Тогда за несдержанность ему пришлось заплатить 2,5 миллиона рублей. Но, похоже, штраф ничему супругу Пугачева не научил, поэтому теперь были приняты меры куда более серьезные. К слову, по слухам, теперь артист является главным кормильцем в семье. И, как можно заметить, уже 2 года колесит по всему миру с концертами, позволяя себе лишь незначительный отдых. Поддерживайте наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.